Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня 15 мая, пятница, и я начинаю новый хобби-влог. Значит, я хочу вот эту раскраску «Затерянный океан» положить здесь на кухню, вот, и потихоньку раскрашивать. Дело в том, что мы договорились с Юлей, это мама Марины с канала «Маринины раскраски», пораскрашивать здесь такой вот разворот. Сейчас покажу вам его. Так. Вот этот разворот, эту иллюстрацию и вот эту. Я еще пока не приступала. В принципе, мы договорились за 5 дней раскрасить. Ну, в общем, как дело пойдет, я уже, наверное, 2 или 3 дня пропустила. Но я думаю, это не страшно. В любом случае положу и буду красить. Пока я только не решила, чем я буду раскрашивать. Ну, скорее всего, это будут фломастеры Muppet Океан, потому что они тоненькие и будет, наверное, ими удобно раскрашивать. Обычно эти фломастеры нигде не протекают, надеюсь, тоже не протекут. Но, в принципе, честно, если даже будут протекать, мне здесь особо ничего не жалко, потому что, ну, как бы вот. Поэтому я этим займусь. Но помимо этого, я, естественно, буду выполнять свой план. По плану у меня стоит раскраска Гарри Поттер. И я здесь выбрала вот эту иллюстрацию. Это, в принципе, был разворот, но я как-то одну раскрасила, и сейчас вот хочу раскрасить вторую иллюстрацию, вторую часть. Просто дело в том, что, ну, как бы, я не читала книгу, не смотрела фильм, вернее, как, чуть-чуть посмотрела. С одной стороны, вроде бы мне эта тематика и близка, но в тот же момент как-то я, ну, не знаю, почему я не смотрела, нет никакого желания. Вот, и иллюстрации некоторые мне здесь даже нравятся, да вообще хорошая раскраска, но поскольку здесь двусторонние иллюстрации, то как-то всегда вот я побаиваюсь ее красить, потому что хочется иной раз и раскрасить здесь что-то и акварелью, и всегда боишься, что что-то протечет. Хотя на самом деле вот здесь я, вот я сейчас не помню, здесь я использовала детскую акварель луч или же манделузы с размытием, вот уже вообще не помню. Ну, наверное, все-таки манделузы, учитывая, что серой акварели у меня нет. А может быть, я все-таки не помню. Ладно, это не так важно. Здесь ничего не протекло. Воду я лила аккуратно. Вот здесь была акварель перламутровая луч, но она вообще, как правило, нигде не протекает. Так что буду красить и здесь. Вот. Но в целом раскраска, конечно же, хорошая. Ну вот это я, по-моему, первое, что раскрасила без особого как-то желания. Так. Но мне просто чисто карандашами здесь не очень нравится красить. Вот эту я когда-то раскрасила. Вот эту. И еще здесь у меня, по-моему, что-то есть. Или нет. В общем, сейчас я приступлю. Решила все-таки пользоваться манделузами. И пока еще ничего не размывала, просто нанесла. Вот. Ну, покажу я потом все это в итогах месяца. Вот эту часть я сделаю точно так же. Но единственное, тут, по-моему, гелевые ручки. Я не хочу ими пользоваться. Ну, или придется, не знаю. Посмотрим. Вот так, пока я только карандаши наношу. Без размытия. Ну, потом размою. Сейчас я перебралась на балкон. Раскрасила Гарри Поттер, но там нужно, возможно, где-то тени добавить, карандашом доработать, и немножко на рамочке. Вот я специально взяла контейнер на балкон, где у меня лежат гелевые ручки. Сейчас я найду ту самую ручку, которую я в тот раз раскрашивала. Вот, также достала вот эти вот Muppet Океан и буду раскрашивать вот эту раскраску. Надо же такое совпадение. Раскраска «Затерянный океан» и фломастеры тоже океан.
Но это чисто случайно, просто они достаточно тоненькие, и здесь много мелких деталей. Так что приступлю к раскрашиванию. Сварила пол-литра кофе, выпила, вообще не заметила. Надо, видимо, еще варить. Постепенно раскрашиваю затерянный океан, но я не знаю, мне кажется, что вот тут есть пару разворотов, которые я бы еще сделала как-нибудь под настроение с удовольствием, а все остальное все же я красить, наверное, не буду. Нет, ну вот это тоже покрашу, потому что мы договорились, но... Ой, не, это даже, знаете, я боюсь, что я даже разворот не осилю, то есть... Нет, ну может осилю, не за 5 дней... Потому как, ну, это взрыв мозга, это стресс, это негатив. Не знаю, не. Просто хуже раскраски даже не придумаешь, вот лично для меня. У меня, ну, омерзительная раскраска просто. Вот для меня это просто фу. То есть все, что тут можно было покрасить... Более-менее я еще раскрасила, но тут мало такого. Короче, не знаю. Попробую я вот это вот положить на кухню. Может быть, оно у меня пойдет. Но вообще это все. Больше я мелкотню не крашу. Просто это очень тяжело. Не хочу. Я еще немножко пораскрашивала затерянный океан. И сейчас взяла вот панды антистресс. Это мне подарила Олеся с канала раскраски.ком. Спасибо тебе огромное. Привет. Очень мне нравится. С удовольствием раскрашиваю. В этот раз я буду фломастерами. Ну, может быть, только панду раскрашу карандашами, скорее всего. Вот, а это я решила фломастерами. Ну, у меня тут на кухне лежали вот эти Muppet Океан, я ими и раскрашу, а потом уже по поводу фона подумаю, принесу, наверное, джанглы, они все-таки, там пишущий узел побольше, вот. Ну, и у меня тут еще вот коробка с моими фломастерами, которые, ну, не просвечивают, поэтому, может быть, что-то отсюда возьму. Фон я делаю вот этими карандашами, которые тоже Олеся подарила. Я в этот раз выбрала голубой оттенок. В прошлый раз это был синий цвет. Ну, карандаши очень мягкие и здесь как бы отлично подходят. Потом я, возможно, с блендером пройдусь и потру еще салфеткой. Но вообще карандаши сами по себе блестят, но мне кажется, что, ну, как бы не очень ровно легли. И поэтому, если блендером по ним пройтись, пропадет блеск. А вот с блендером, наоборот, будет еще лучше смотреться. Я уже раскрасила страничку в пандах, получила огромное удовольствие, очень нравится раскраска. Теперь взяла волшебный мир фей, тоже ее очень люблю, выбрала вот эту иллюстрацию. Ну, здесь я буду раскрашивать вот этими красками луч, и также буду использовать тоже луч, перламутровую акварель. Возможно, даже невозможно, точно будут гелевые ручки Краун. Ну, а там посмотрим, если потребуется, что-то доработаю карандашами. Дело потихоньку продвигается. Здесь обычная, как я собиралась использовать акварель, и перламутровая. Но я еще ничего не дорабатывала, точнее, вот здесь я использовала карандаш и сверху акварель. Но... Тут еще много доработок. Я уже завершила раскрашивать волшебный мир феи иллюстрацию и решила выбрать для себя на следующий день, ну, на завтра, креативные техники раскрашивания. Но
честно говоря, то ли в этом месяце у меня нет настроения на нее, то ли вообще поменялось к ней отношение, но я ничего здесь для себя не подобрала. Но, в принципе, изначально мне как бы нравилось, что там можно применить какие-то техники, которые здесь представлены, но сейчас мне этого не хочется. В общем, так, вот я открыла первую попавшуюся иллюстрацию, и ее я и буду раскрашивать. Вот эту имеется в виду. Я, в общем-то, рада, что мне попалась именно эта иллюстрация. Ее несложно будет раскрасить, и подобного рода узорчики я люблю. Ну и что-то из того, что здесь представлено, какие-то техники раскрашивания, можно будет их все же здесь применить. Я вот сейчас так немножко полистала и поняла, что, видимо, это действительно было мое настроение, когда я ее пролистывала, думала, чтобы раскрасить. А сейчас снова листаю и понимаю, что да нет, все иллюстрации классные. Ну, конечно, некоторые здесь совпадают с какими-то другими раскрасками, но это не важно. В общем, хорошие здесь иллюстрации, нравятся. Вот. Может быть, я даже сейчас что-нибудь начну уже красить, пока вот пью горячий шоколад. Не часто я такие вещи пью, но сегодня решила себя побаловать, потому что очень холодно. На самом деле дома, я бы даже сказала, что дома холоднее, чем на улице. На улице-то вполне было себе комфортно, а вот здесь ощущаю, что прям так. Так что на мне теплая пушистая пижамка, такая домашняя. А этот влог я буду завершать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И подписывайтесь на мой инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. А я благодарю вас за просмотр. Желаю всем вдохновения, терпения, здоровья, позитива, как можно больше хорошего настроения. И до встречи в новых видео. Пока-пока!